Самое длительное в 21 веке полное затмение Луны можно будет увидеть сегодня почти на всей территории России. Самые удобные точки для наблюдения, по словам специалистов, на Северном Кавказе, Южном Урале и Прикаспийской низменности. Причем увидеть редкое природное явление при ясной погоде можно невооруженным глазом. По расчетам астрономов, затмение начнется примерно в 21:30 по московскому времени и продлится почти 4 часа. Спутник Земли окрасится в красно-бурый цвет, поэтому это явление еще и называют кровавой луной.